Последнее приготовление перед выходом на корт. Виктория дослушивает свою любимую песню. По другим аренам, которые нас будут в промежутках между геймами и сетами уделять российским теннисистам. Итак, пятиминутная разминка завершена. И море пытается немножечко снизить скорость, но... И напоследок эйс. Под ноль выигрывает Виктория. Следом 0-40. Тройной брейкпоинт у Виктории на старте. Первой ракетки мира тройной брейкпоинт. И во втором гейме на приеме у Виктории. За 47 минут. Такой своеобразный ориентир. Вторая ракетка мира своим основным соперницам. Имею в виду, мяч пришелся прямо на ракетку Азаренко. Не составил он ей боли. Заглянем на другие корты. На Хайсенс-арене Мария Кириленко встречается с Шуай Пен. 1-2. Очень длительные геймы там проходят. Если у нас народ Левер-арена уже завершила стартовая партия. Великолепно. И Данилида уже ошибается. Не выдерживает она натиск ударов соперницы. Ва-банк играла Данилиду в первых двух мячах на приеме. Хотела завершать гейм. Уже она была хозяйкой положения и довольна своими действиями. Сравняла счет с 0-40. Первая ракетка мира. И продолжает она подавать. Набегалась, конечно, греческая теннисистка в этом розыгрыше. Но Виктория здорово все сделала. Взять видеоповтор, но Карлос Рамос поздравляем Викторию с выходом в третий круг. Talking themselves up. Key reasons that she's improved her game so much that she comes here and that she can do as well as she has done at the start of this week. Yes, I would think so. She doesn't want that to happen again. Because she was just outgunned, wasn't she? She looked powerless to deal with Azarenka. 15. Ambitious, but do you think she has to be ambitious now? Oh, I think she does, yeah. She's got to try and get hold of it, get her range. Something's got to start happening for Vesnina. Lovely angle, look at that. So controlled with the... Last year, Azarenka was number two behind Sharapova.
number one. Yeah, it's a shame because it nearly caught.